порядок. А что, разве похоже? Смерти Луга нашей вины нет. Тоже мне! Открыл Америку! Кровь Луга на твоих руках, не на моих. Бах! Конрад не жилец, ты это знаешь. Ну а мы что? Я думаю, мы оба знаем ответ. Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, я Антон, и я продолжаю проходить игру под названием Spec Ops The Line. Сегодняшняя, уже 14 глава, называется «Мост». Ну, друзья, выходим мы с вами на финишную прямую. Готов? Конечно. Все равно умрем. И впереди у нас самые сложные, самые большие. Перезаряжаю, прикройте. Моменты игры. Арбуз. Твою мать, патроны кончились. Сколько же вас тут лезет, а ты посмотри. И все с дробовиками, упыри. Тваря. А там еще и турель стоит. Что он на виду? Готов, сука. Бросаю... Ловить. Там еще и снайпер. Внимание, противник движется. Или уже отъехал. Шут его знает, но я видел ЛЦУ в нашу сторону. Значит, думаю, что не до конца. Аккуратненько. Тут нам и патрончики заготовили. Запасливые ребята из 33-го батальона. Чё, ребята... Так только я умею хедшоты ставить. Пулемет! Уничтожи! Получайте! Как я и говорил. Ну все, твари. Всем лежать. Перезарядка! Твою мать, а вот это нехорошо сейчас было. Давай, Адамс. Ладно, сделаю. Коси эту гниду. Это еще и пулеметчик сам по себе был. Готов, сукин. Так что, козел вдвойне. Так, а вот теперь логично бы подобрать гранаты. Вот и я. Твою мать. Пожалуй, я сяду за турель. Как-то будет так, мне кажется, поинтереснее. По-моему, да? По крайней мере, этих козлопасов мы вынесли значительно быстрее. А что это у нас там за тело такое? Стоит. Уже лежит. А нет ли здесь еще тел? Что-то мне подсказывает, что есть. Поэтому надо все делать аккуратненько. Напоминаю вам, друзья, что отныне Луга с нами больше нет. Местные жители его линчевали в прошлой серии. Поэтому теперь мы только вдвоем. С Адамсом.
нашим пулеметчикам. Согласен с тобой, на херню времени нет, поэтому нужно закончить это прохождение побыстрее. Твою мать. Вот это сейчас, друзья, будет мясо. Хорошее такое мясо, говядина. Мраморная. Очередные глюки, друзья. Ловите, парни. Ой-ой-ой, как пролагало-то. Так. РПГ кончился. Поэтому переходим на обычные стволы. Стрелкового оружия. Твою мать, а турель все еще работает. И это немножечко напрягает. Ух, твари, твари, твари. Как вас тут много. На самом деле момент очень жесткий. В плане сложности. Сложность тут действительно очень высокая. Вот именно в этот момент. Аккуратненько прячемся за Хаммером. Твою маковку. Да прячься же, ты... Все, кабзда. Твою мать, чего вы так гранатами-то закидываете, суки? Твою мать, твою мать. Так, один резкий рывок. Ух, твою мать. Лишь бы Адамс не отъехал. А то будет как-то тупо. Давай, давай. Ну, хер с ним, я тогда сам. Вот и все. Пулемет-то заглох, но легче не стало. Врагов по-прежнему до сраки. В частности, много бойцов Зулу. И пулеметчиков. Взорвитесь там, уроды, твою мать. Так, здесь никого больше. Нате вам, суки. За все хорошее, твою мать. Кто еще? Кто еще смелый? Вот, вижу. Чьи-то бошки сверкают. Ну все, больше, видимо, здесь не полезут. Хоть это радует. Видимо, придется Скар все-таки скинуть. Вот эта тема. Вот эта тема. Так, эту темку мы прибережем. И, наверное, все-таки пойдем
Так, а патронов на 249? 100 патронов. Слушайте, не, ребят, что-то жаба давит меня. Все-таки. Гранатомет вещь, конечно, хорошая. Но... патроны на него уйдут быстро. А вот пулемет. Вещь, на которую можно всегда набрать патронов. За укрытие, родной. Твою маковку. Там снайпер. Козел. Которого я тут совершенно не ожидал увидеть. Вот и я. Внимание, боец, так, друзья. Гранаты-липучки ни в коем случае не выкидывайте. Потом еще пойдет бронированный козел. Враг вне укрытия. И вам тогда будет очень-очень плохо. Если у вас не будет таких гранат. Не подпускай близко. Ну вот и все. Ух, да. Ну мы тут точно целую армию выкосили. А не какой-то батальон. Вообще в целом в игре. Не конкретно в этой миссии. А в игре. Байсисай, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Ну вот, друзья, очередной момент глюка дичайшего нашего главного героя. Ему кажется, что это Луга идет на нас. Но на самом-то деле это был обычный штурмовик. Просто с дробовиком. Эй, 12. Минус голова. Минус все. Адамс, как насчет немножко пострелять? Ну вот, ребят, вот вопросов больше не имею по игре. Ну, спасибо, что сообщил. Вот и я. А вот и я. Головка от часов заря. Понял. Иду на фланг. Кто это тут к нам идет во фланг? Почему с нами не согласовали? Ну, в принципе, теперь понятно почему. Идем, друзья, дальше. Ой, бляха-муха. Начинается мясо. Дамы и господа, гранат-то нету. Адамс. Так, в первую очередь надо вот этого говнюка вынести. А потом уже разберемся. Быстро, турель. А он и не высунулся. В итоге пришлось его самого убить. Самому, вернее. Уокер, очнись! Боже мой. Я чуть не обгадился, друзья. Как этот козел тихо там присел. Вы окружены! Положите оружие! Пошли!
живы? Стреляйте! Давайте! Вот я! Давай! Заходите! Стреляйте, мать вашу! Стреляйте в меня! Последний шанс, Уокер. Сдавайся, или мои люди тебя пристрелят. Даже не думай! Твою же мать! Я сюда не сдаваться пришел! По-другому туда не пробраться! Все кончено, твою мать! Конец заданию! Нам конец! Пока я дышу, нет! Молодец! Дыши дальше! Беги, придурок! Беги, Форест, беги! Thank you.